выпускные альбомы для детского сада 17. Для девочек, для мальчиков обложечки родители решили выбрать разные, чтобы они по цветам, а по содержимому альбома очень похожи. У нас начинается с портрета на обложке, постановка внутри. Вот, смотрите, первая фотография «Я и друзья», потом такая веселая активная физкультура, прогулка зимняя. Ну, у нас в феврале съемочка прошла в этой группе. А вот здесь все ребятки, которые занимаются в группе, и их воспитатели. И, соответственно, заканчивается занятиями в группе, подготовкой ко сну и общей фотографии. Вот такие альбомчики на 5 разворотов, индивидуальные, для ребят 17-го сада.